Иду на посадку. Давай, давай. Турели нет здесь? Нет, нету, все вынесли здесь одна. Мы зачистили, чтобы было безопасно. Принял. Но не стали уничтожать ни ядра, ни спаунеры, потому что нам надо получить уровень 25. МС, видишь? Все, я возле МС, возле шмеля. Да, он рядом, вот я здесь. Ну а здесь уже по обстановке, Вадик, сам знаешь. Да-да. Ищи местечко, где их побольше спаунится. Сам прыгай на какой-нибудь ящик. И качай перца. Где сок? Сок, хочу пить. Я вот нашел тут. Я, кстати, нашел очень удачное место. Я их собираю. В одном месте четверых, в одном месте двоих. И причем промежуток по времени после убийства совпадает с моей перебежкой с места на место. Нормально. Вообще прикольно. Я просто меняю дислокацию. Возьми в этом, в ястребе, в холодильнике овощи и на тебе патроны. А ты положи в МС. Да. Мы там храним. У нас там уже есть немножко еще. В какую? В шмеля, да? Я забрал. В шмеле, короче. Правый ящик. Сзади, знаешь, как я... Хорошо. Положи туда. А... Короче, бутылки. Такие ходили. Зайди в устройство, там есть. А, все, спасибо. Одной пульки не хватило, чтобы добить. Да, часто такой был. А вы прям внутри? Ну как, на первом этаже. Ну я ж тебе объясняю. Тут где спаунеры, да? Да, не надо воевать. Не надо идти дальше куда-то там в этой базы. Ищи, вот я сейчас прокачаюсь до 25-го. Я тебе покажу шоколадное место, где... Но пока я сам прокачиваюсь, понимаешь, Вадь? Угу. Поем, ты будешь мешаться мне тут под ногами. Еще места есть нормальные. Ну здесь их полно, надо просто найти, я же объяснил. Вон. Вниз спускайся, вниз, потом направо, по коридору прямо, потом лифт будет налево сразу же. Вниз спускайся и уходи направо, увидишь, там я стою. Я давай за тобой сейчас приду, ты где находишься? Внизу, направо. Давай я сейчас за тобой иду. Вот, пошли. Пошли за мной.
Тут маловато, блин, а не этот. Тут два, потом там два. Долго слишком. Поворачивай направо сразу же. Упасть и направо. Вот-вот. Вот теперь можешь туда дальше прямо пройти и поискать, там есть места, я тоже там был. Угу. Вот по коридору дальше. Вон ящик впереди, вот здесь на него. Пойдем, я тебе покажу еще место. Вот туда, там, тут вот тоже они появляются. Вот тут день встать. Это здесь вали они, подожди, сейчас. А, ну мы назад пришли. Где еще одно место потерял я? Да, вот я не пойму, то они быстро появляются. Я думаю, куда все жуки? Я понял, я стою их там, жду, короче, он тут их расстреливает передо мной. Прикольно, он показал место человеку. Да нам пусть качается. Да не, ну правильно, правильно. А там еще спаунер же есть? Ты только, Вадик, используй только винтовку, а то ненароком разрушишь спаунер. Ну да, винтовка. Я имею в виду, не стреляй и динамит никакой не используй. А то я знаю тебя, спецназовец. Сейчас разгромишь тут, прокачка закончится. Ничего, я уже почти 20 уровень. Как тогда, я помню, случай был, Рамиль. Я как аккуратно базу начинаю. И что ты думаешь, приезжаешь? Вадик на танке, блядь. И открывает огонь по всех, блядь. Ой, я нашел буровой лазерный модуль. О. У нас, в принципе, есть, но все равно. Замечательно. Короче, Вадик в тот раз расстрелял прям пол базы, а там же гаубица на танке. Рамиль, короче, вот я там все бегаю, подо мной потолок рушится, блядь.
И это, оказывается, Вадик приехал ко мне на помощь, на танке. Я-то думал, он сейчас, ну, приедет и прибежит. А он приехал с ученым вооружением. И прилетел, да? Ну да. Сейчас будет взрыв. Какой взрыв? Это я окно взрываю. Чё ты там взрываешь? Окно. Чё, не пробиваются? Да все они убиты. Тут спаунер прям в потолке, видел? Он из потолка падает. Да. А я тогда пошел на свое старое место.
Ну что, уже по 21 уровень есть? Да не. У меня 14. У меня 20. Вот когда будет у нас по 25 уровню, тогда крушите. Мне уже будет абсолютно насрать, что вы там взрываете. А мне этот как-то уровень, в принципе, до какого докачаешь, до такого докачаешь. Нет, важно, там что-то строить будешь такое. Мне нужно уровень срочно, поэтому я сюда с этой целью прилетел. А какой целью, чтобы все крушить? Ну, вроде здесь никто ничего не крушит. Да я уже слышал. Проси уже не взрывать. Один стекла какие-то взрывает, другой там еще какую-то решетку взрывает. Смотри, стекла я взрывал там, где вообще ничего нет. Комната закрытая и только стекло. Ребята, вам что, не терпится взрывать? Подождите немного. Я же попросил. Нет, все равно взрывает. Я вам говорю, дайте я сейчас 25-й получу и взрывайте как хотите, мне наплевать, поверьте. Смотри, смотри, давай так. От того, что я стекло разбил, что изменилось? Ничего абсолютно. Ни спавнов там не было, комната закрытая была. Я же специально выбрал такое место, где ничего не повредит. Ну, хорошо, если так. Даже комнату могу показать, там стекла треснуты. Да ладно, Рамиль, плюнь на это, но это же игра. Пофигу, походу. Если вам пофигу, летите на другую базу, ребята. Я же не заставляю это делать. Я просто попросил. А вам наплевать, вы все равно взрываете. Вот, вот. Это чисто возмущение. Блин, боеприпасы закончились. Вадик, а ты куда? В корабле лежат, в МСке. Ты выложил, да, историю? Да. Блин, как надоел этот зеленый. Да не говори постоянно, ты зелень, блин. В глазах, да, прям жесть. А ты в этой зелень не включи этот приборный установление, вообще есть. Согласен, да, это же. Кожаный паразит, еще кушать хочу. Пиздец. Да, это жопа. О, прикольно, блин.
Вадик, спасибо за боеприпасы. Угу, пожалуйста. Нам этого точно хватит. Хватит столько боеприпасов. Там еще у холодильнички лежит еда и сок. Возьми сока. Еда у нас есть. Вот сок, да. На... Сок, ну это аптечки. Ну да. Они даже... Что случилось-то? Да у меня там уже кожный паразит, сепсис, ожоги, там чего только не было. Блин. Да я уже долго тянул. Правильно, вы ж там это самое, сразу во все тяжкие пустились. Нет бы стоять спокойно, бегать, прокачивать. Не знаю, как хотите. Качаю. Да нормально. Так, я тут вход нашел. Быстрый вход. Что за быстрый вход? А тут на самый, на крышу. С крыши у меня получается дойти. Я сдох, я лечу к тому месту, чтобы прокачиваться. Просто через крышу уход быстрее. Да я же выбрался на поверхность, чтобы сдохнуть возле туриста. И подобрать быстренько. Да я видел, ты меня напугал. Подошел и... Суицидник. Да, 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 да. Я даже не понял поначалу. Как тогда мы с Рамилем стояли... И к нам эта хрень прибежала. Прям со спины. Да, да. Типа тоже скорпион, только поздоровее будет. Рамиль, а стекло взорвалось у тебя с первой гранаты? Нет, не взорвалось. А, ну то бесполезно, то надо гранат 5. Нет, ему двух хватит. Нет, там пара динамита, одного мало. Три, четыре. Есть же... А есть обычная. Тоже играет роль. Пошел я умирать лучше возле базы. Заразился. А, это ты. Все зеленое такое, вообще жизнь какая-то. Да, да, блин, надоело, конечно. Я на каком-то сервере играл, там есть Марс планета. Ну, может, на Страннике. Либо на Нев Аджи, по-моему, там есть.
ништяк. Я же играю на Неваджи еще. Я на двух серверах играю. Тебя когда успеваешь? Ну я туда захожу редко, меня там сидит. Так, я вооружение сейчас все скидываю, который мультитурель нашел, вот это всякую фигню. Не, вот эта позиция, где я нашел, прикольно. Тут получается, я убиваю там двух, потом иду на ступеньки и убиваю четверых. Потом иду обратно и убиваю там двух. И, короче, вот так туда-сюда. За это время как раз получается они спавнятся. То есть я практически не жду. Очень удобно. Ну так-то да. Вот я слышу, где-то они еще бегают. Понятно где. Может там внизу падали. В ловушку попали. Я прям видел сначала один. Как нарочно, все зеленые деревья. Ну не говори. Причем прямо здесь, внутри. Я на улице жду, когда кони двину. Пытаюсь спрыгнуть, упасть, не получается нормально. Так кислородный шлем открой, буква У. А да, вот точно. Ноги ломают, переломаю себе, блядь. Да. Забудь как дышать, все, ты сдох. Ну я вот шлем открыл. Блин, ништяк вообще, сейчас еще не пора и... Кстати, не так зелено, как здесь. Ну там типа посветлее, да.
Брайт, смотри. Я не понимаю, почему в здании ты тут попал. Ну? Ладно, на улице. Типа погодные условия. Разрабы вот здесь что-то как неправильно делают. Если это база, то вот. Шлак, туман. Куда ты пошел? Вот сюда. Кстати, Вадик, иди сюда и посмотри, что я делаю. Ну, то есть, ходи за мной. Я это делаю, я смотрю, как ты качаешься. Да, это самый быстрый способ прокачаться. Вот ты убил одного, потом вот этого второго. Ну, блин. Так. После этого идешь сюда, перезаряжаешься. Вот тебе вот этот интервал времени, Вадик. Идешь вот сюда и вот так вот, лестница. И вот он пришел уже первый, видишь? Сейчас еще придет три. Довольно-таки быстро, вообще, считай, не жду. Просто туда-сюда хожу, главное не потерять этот интервал. Видишь, там спаун уничтожил. Он был, знаешь где? Прям вот там, вот откуда он упал. Только взрыв был левее вот там. Перейдем туда. А, они наверх не залазят, да? Нет, и вот здесь отсюда стоит. Ходи, встань. Да.
Вот и, короче, вот такая вот процедура. Перезаряд и опять туда. Я считаю, что это приемлемо на этом уровне. Да-да. Дела же живут. Нету. На Елене проще качаться. Да, ну да. Так что приходится нам вот так вот. Чем богаты, тому и рады. Сейчас я докачаюсь, и вот будешь заниматься вот этой вот, вот этим биатлоном, так сказать. А я сяду на МС-ку и полетаю. А как докачаешься, мы эту базу разберем. Вот как бы план действий, я так хотел бы. По сути, вообще не приходит. Там их только четверо, потом тишина. Ну да, ты передохся. Поэтому там надо двигатели пихать вот в промежутке, да, Вадик, вот спереди? Да-да. Видел? Столько нюансов. Да-да-да. О, а где уже Рамиль тут обнаруживает ресурсы? Ну, он, походу, летает. Летает где-то тут. Рамиль, ты на кильте уже? Я подмечаю. Подмечаю. Подлетаю. А, вон, вижу, с другой давай, стороны. Давай, давай, лечи, лечи. Ну, я тут нашел дублоном для тебя. Темпу? Храм какой-то ты обнаружил. Слушай, а что за храм? Посмотри, пожалуйста, сдалека. А это такая вышка. Это же деревня? Я... Она пустая. Короче, там дешевая фигня. Ну, я имею в виду, мобов нету, да, там не спавнится. Нет, там есть, но мало очень. И она такая, ну, считай, открытая база. Там нету вообще никакого подземелья. Это там, где идол стоит такой каменный? Нет, я там идола не видел. Такую посередине вышка у нее типа того. А, каменная? Вооружение у нее есть там. Но не такое сильное. Там четыре турели.
по-моему, по бокам. Вот эти пулеметы. Там плазмы нет, по-моему. Патроны нужно, да? Потом автоматы. Ну пока еще. У меня еще 71. Там к тебе сзади уже подкрались. Прикинь, я летел не туда. Жуки. Чё-то они быстрее вышли. Офигеть, он смотри, уже здесь. Вот ублюдок. Какой он зубастый шипа. Если выиграл такой. Слава богу, что хоть не плюется. Тут есть, да. Такие, тут есть такие чупакабры, которые плеваться умеют. Плеваки? Да, это уже на расстоянии. С ними сложнее гораздо. Блин, сколько у нас еще тут врагов? И это мы еще даже не вылетали со стартовой территории. У нас две планеты, еще и Луна. Она у меня там вообще дофига врагов. Абсолютно целая. Я не думаю, что там кто-то что-то навоевал из тех, кто с нами тут стартовал. Офигеть. Ну, а чей-то корабль тут кто-то рядом. Это где это? Здесь? Вот и да. И... Что там за корабль? Вражеский? На карте никак не отмечено вообще. Крутился тебе наверху, застыл просто. О, вражеский, да, это вражеский, улетаю. А влетай, улетай, это этот, у него там плазма, ты че, страшный корабль. Это патруль. Ты патруля встретил. Да. Все, я улетел. Его надо крушить на... Либо на хорошем БС, или... МС-ке крутой, боевой. Турист наш, короче, долго не протянет. Ну, турист, это, знаешь, я тебе сказал, что... Такой квадратик с этим... Без вооружения толком. Сварк-двигателем. Да, сварк-двигателем. Да. И места почему-то нету. Ну, ты знаешь, когда начинаешь... Не, ну это понятно, конечно. Это то, что нужно. Чтобы перевести технику, скажем, куда-нибудь. Вот, тут для техники, да, то есть два этих... Вот я поставил. Куда? А вот у нас вниз. Два блока светящихся, видишь? Что случилось? Что за треск? У меня только открытая рана и инфицированная рана. Ну а теперь сейчас медстанции долечусь. Подожди, ну есть же еще так. Какая? А давай другую проверим. Вот давай. Такая, смотри. Есть, короче, вот такая вот. Проверим. Вот. Попробуй вот эту. Я просто здоров, мне нечего. Сейчас пойду, пускай укусит, посмотрим, что будет.
Ну а открытый экран это не лечит. Сейчас я в медстанции долечусь. Ну а кожного вылечила первое. От кожного... Осталась только инфицированная рана. Как ее лечить? Инфицированная? А вот надо посмотреть, сейчас посмотрю. Короче, левая фигня тебя вылечила паразита, да? Не, правая, вот эта, вот маленькая такая. Вот это? Да. А вот на этой тоже паразит есть. А у меня уже не было паразита, когда я... Блин, короче, мне надо сейчас мой... Рамиль, ты патроны-то зарядил в корабль? Свой? Ну, конечно, а то сейчас полетит. Да, да. Да, ну, немножко так зарядил, 5300. Ну, не потом, не... потом сейчас еще этот, как его? Сейчас кое-что. Так много-то и не надо даже. Не успеешь потратить. У нас уже. Не успеешь потратить. Либо тебя грохнут, либо... выбьют из корабля. А сам корабль, он не... Понял. Только с твоим присутствием в кабине. Уже проверены, поверь, воевали. Понял. Нет, смотри, у меня теперь тут есть такие пушки. Как бы их поставить? У меня и патроны есть на рельстон, вот, короче. Как вот это убрать вот эту вот и туда его поставить за место Гатлинга? Ну, можно рядом поставить. А, блин, там же вовнутрь, видишь, как-то заходит она. Ну вот, смотри, вот так вот делаем и ставим. Вот это вот убираем. Вот, одна здесь, одна здесь, а другая вот... У тебя сколько их? Две. Ну вот тебе, пожалуйста. Покрась тут. Все, сейчас. Вообще, вообще делается наоборот. Кстати, да. Плазмы лучше, по бокам. Лучше а наоборот, знаешь почему? Пушки рельсотрона длиннее, чем пулеметы Гатлинг. Ну да, да. Ладно, я пойду с медициной поберусь. Понятно, как она работает. Ну, мне вылечило кожного паразита, только у меня появился перелом от этого. Прям как наши врачи, одно лечит, другое калечит. Да, да, непонятно. Почему она так лечит? Главное... Вообще прикольно. Ракетная установка с наведением нужна кому? Две штуки? Не, у меня есть. За место Гатлинга их поставить можно? Да не надо тебе столько оружия лететь. Поверь. Я говорю, за место Гатлинга думал поставить, может, это лучше будет. Во, Гатлинги отлично здесь, рельсы. Так, сломанная нога у тебя или что было? Открытый перелом? Да, ну, сейчас инфицированная рана. Перелом я в медстанции вылечил. Так, короче, вот эта штука лечит. Блин, надо было 4 их брать, ну ладно. Если их все 4 поставить, то можно вообще все лечить. Ну, в основном инфицированная рана у меня постоянно и кожный паразит. Вот, та, которая наверху, это инфицированная. О, все, вылечил. А кожаный паразит... Вот, кожаный паразит, инопланетный паразит. Вот эта штука лечит. Все, по сути, нам две этих должно хватить. Ставь кожного и инфицированную. Да, 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 сейчас я их просто поудобнее.
последний. К2 нашел и пулемет. Он нормально орёт. А, отлично. Это ремонтный аспект К2 просто шикарно. Дорогой по ресурсам. Причем используют редкий ресурс. Бас зачистил, но и этот сломался. Генератор? Да. Главное, не трогаем. А если ты генератор слабый, все уже. А, да что, ну ладно. То есть энергии нету, и то ничего. Ну и то же самое ядро, что генератор, что ядро. Когда ты генератор сносишь, то мультитулом работать все равно не сможешь. А когда ядро сносишь, то можешь еще и мультитулом. Но что в одном случае, что в другом, враги больше не появляются. Интересно, ядро сюда поставили.
Куда убежал-то, блин? Выбежал и убежал. Рамиль, получается робот как сам? Не получается. Понял, что ты говорил? Жуков лучше было. Не, тут надо зато весь. Мне уже гатлинга одного. А, ты на МС-ке фармишь, не выжил? Да, на МС-ке. Ништяк. А кстати, ты в курсе, что Сати собирает козявками? Да, да, да. Его видно. Да, я знаю. Сколько вам там еще долбиться-то? Ну, мне один уровень.
Блин, тут много очень моего любимого ресурса. Вот этот, ксеносубстракт. Все стены в нем. И там внизу еще, наверное, да? Ну да. Там я вообще помню такие колонны, ядро. Да, я вот для ядра. Понятно. А там же эти балкончики такие есть, по-моему. Железо. Да, железо. А это может быть даже я покапал. Ну, если там дыра огромная, то это точно я. А если маленькая дырка, то, скорее всего, кто-то этим. То кто-то дроном, буром. Обычный. Прочная умняемость. Плазменные пушки, твери, блин, такие твери. Тестируешь МС? Ничего, только гатлинга пока вынесли и все. Это сколько дронов я поубивал. Хорошо. Тут вот, кстати, рядом с нами получается база есть. Я во вчерашней битве все две этих потерял, плазмы тогда, помнишь? Да, да, да. Выбили нафиг все. Я на базу прилетел пустой, починил, прилепил обратно парочку и полетел потом. Не для этого. Шнель это разведчик. У него брони нет. Для этого у меня есть МС-ка ПВП. Вон, у Вадика тоже она есть. Не, ну я так просто летаю сейчас и качаюсь сразу же, можно сказать, и убиваю кого-то. Она такая жирненькая такая. Золотое, что ли, это нашел? Да, золото вроде бы. Да, золото. А копать нечем. Ага. Золотые залежи? Нет. А, камушки. Камушки. Я эти собирал в основном. Не золото, а пентоксид мне нужен был. Ну и не мог я пройти мимо золотого слиточка, который там валяется. Да, да, да. Я пылесосил. Золотая руда.
Да, золотишко. Сейчас, кстати, золото нужно для многих модулей, чтобы крафтить. Не нужно бы, кроме как на монеты. Потом... Короче, в автоматы и типа того тебе прилипают игровые деньги. А сейчас сделали вот последние обновы. Теперь золото используется для крафта, как и, например, медь, кобальт. Разрабы посчитали, что золото плохо ценят, и решили, чтобы, короче, использовать в крафте. Короче, много вот именно кусками так лежит, лежит. Ты видел, как я это делаю? Да, там я их убил. Жди здесь. Жди здесь. Сейчас прибегут сюда. Да, вот здесь, слева в уголку на лестнице. Сейчас прибежит. Здесь четверых убиваешь. И смело идешь тут. Тут, ну, ты понял, на тех, что ты. Так, я пойду. Пойду. Патроны есть у тебя? Да, 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 да. Сейчас я. Стой там, я дам, подойду. Ага.
Ну, возьми все, что есть. Я там возьму еще. Все, давай. Бомби злодеев. Если четверых там убил, так... Да, да, убил. Окажешься между ними. Повоевал? Да, да. Ремонт, ремонт. Блин, вот это вот среднюю убрать надо нафиг. Меня тут подбомбили, центр разбили. А блоки есть, почини, прилепи, чего ты? Вот я здесь. понял. Это. Мне вот это надо убрать, у меня для этого нету. Заряды. Чего? Заряды? Ну на эти. Возьми, Рамиль, вон ногами. Ну да, сейчас. Какие там блоки ставятся? На МС-ку идут прочные блоки. Вот они, есть. Ну, на сам возьми. А, есть, да. Что я буду брать и кидать? Вот сейчас я выйду. Просто беру свои педалы. В общем, ну ладно, на. Возьми, я потом заберу. Я же закончил, так сказать, тренинг. Теперь обратное обмундирование ставлю. Пекло. Блин, вообще и базу хорошую нашли для разбора. Богатая. Если ее сегодня разберем, то вообще считай план перевыполнен на сегодня. Ну, кстати, винтовка у меня, наверное, уже все убито.
А Ремки у нас тут... У меня она... Ну, не знаю, сколько тут процентов. Краскопульт нужен. У меня есть, на. Я всегда с тобой, я же не сам. Тоже надо, видишь, зато всегда есть. Я без этих штук. А текстурон у тебя есть, да? Да-да. У меня и то, и то. Ну, правда, когда в атаку выкладываю нафиг, чтобы не профук. Да-да. Деревянная обшивка кожаная. Да-да-да. Так, все как... Понизить надо еще. Все, короче, в шикарном есть. Стиле. Два спойлера. Блин, одна минута. Не успеваю даже... Я боюсь этих перезагрузок. Меня потом так долго... Потом. Мне надо минут пять стоять при загрузке. Как появлюсь, минут пять просто не шевелиться, чтобы все прогрузилось. Только Из-за этого из меня вой просто никакой, блядь. Меня так часто, когда убивают, у меня... А надо же быстро все, надо как появился, бежать надо. Через 10 секунд всех кикнет. Ну да. Охереть. Спасательная операция. Да, и надо искать срочно все. Я полетел уже. Да пофигу, давайте погнали, у нас же тут тачки есть. Блин, вот это жесть. Я просто не знаю, где они. Вдруг их сейчас там бомбят кто-нибудь. О, дела. Так, полетели сейчас за туристом. Я ставлю метку. Да, заходим, давай, погнали, в реестр. Погнали. Вот реестр. Ищем туриста и нажимаем кнопку «Показать на карте». Вот мы его приближаем. Ой. Потом правой кнопкой маршрут делаем к нему. Погнали, погнали. Так, 6 километров, даже 7 почти километров до туриста. Летим над орбитой, вернее, 300 метров до орбиты где-то. Но тут мало ли что будет. Я метку не вижу. Я лечу прям не знаю. А, я вижу, вижу его. Кстати, туриста, да. Я лечу за кем-то. Кто это, не знаю. Вот он сверху стоит, возле же. Так, я уже лечу к туристу. Я вот возле него уже. 170 метров над орбитой. Блин, ну парни, вы на если меня... Если я сейчас вылезу из судна своего, я не упаду? Упадешь. Упадешь вместе с судном. В духе МС-ка не... Да и БС тоже уже не висит. Раньше висел, можно было... Воздух... Ну как бы он держался. А сейчас тоже падает. Из-за руля встанешь и упадешь. Но на БС-ке, если кто-то за рулем, то можно вставать и ходить. Главное, чтобы корабль не шевелился. Стоит БС-у пошевелиться, тебя выкинет через текстуру из корабля. Мой, бля, чё за глюки? У меня этот исчезло, МС-ка. МС-ка исчезла? Да, я устаю на этом. Скажи мне. Так, вот. За мной кто летит? Я стою на... Я с тобой. На большом метров, судне. Да? На туристе? Да. А вот я вижу... А, подожди, я вижу это тебя. Я. Справа и слева красная какая-то хрень. Ну как мне сесть теперь в него, я не знаю. Блин, Рамиль, ты уж извини. Получилось? Да нет, что-то, поиграй.
Нам еще буры надо найти. Да-да. Я думаю, как залезть, сука, в это. Я вижу туриста. Ай, пиздец. Я вез, короче, твой ховер, вот этот, который ты оставил на базе. Потом... Так, турист в воздухе, переключенный, вот он. Сейчас я вырубаю питание на нем. Короче, я не знаю, нету. Падает, все вижу. А ты сам где? Меня сейчас... Все, энергию в туристе вырубил, он сейчас упадет на землю. Иначе мы и не сядем в воздухе на него. Да естественно. Так, снижаемся. Смотрим по сторонам, нет там ничего? Да вроде нет никого. Не, ну кто-то есть, но далеко. Я так, здесь под вами, под нашим сундуком. Вверх ногами. А, Рамиль, а где твоя МС-ка? Без понятия. А потом Рамиля найдем. Давай сначала эти все сделаем. Не переживай, никуда не денется. Ну да, да, сейчас, короче, приедем. А, нашел рядом со мной. Выследим по этому. Иди садись ко мне, Рамиль, полетели к твоей МС-ке. Где она? Бери туриста. Показано, что рядом с ней. Подними туриста, и мы припаркуем МС-ки. И полетим за бурами. Ногу сломал, блядь. Блядь, я перелетел. Так, выравниваем, главное его. Все, на своем суде. Отлично. Паркую шмеля. Короче, паркуй все МС-ки и летим к этой базе, которую разбирали, там туристы. Нет, вы, где турист? Турист, блядь, исчез, только что был здесь, блядь, пиздец. Мы на туристе, он тут. Мы на туристе. Прикольно, я только что к нему летел, и он исчез. Он стоял, он был. Блин, да что за... внизу, на земле, на туристе. Что за аномалия? Ястреба припарковать или ты припаркуешь? А я давай на ястребе за тобой полечу, на всякий случай. Там плазма у меня. Я понял, давай. Шмеля припарковал, да? Шмель припаркован. Энергию не выключал, там в холодильнике. Да. Правильно сделал, красавец. Так, все, что? Я лечу, короче, туда, куда я летел. Потом на МС-ках летим и ищем остальное. Это у нас приключение начинается. Я вообще Вы где летаете-то вообще? Так, ты сейчас за бурами летим. Ты пешком или МС-ку нашел? На МС-ке. А, это самое. Да, это, ну ищите сразу тогда, чего. А я на этом самом, на БЕСе за вами, так сказать, не так, знаю. Да, бро, в 13 километров. Раз вообще никого не вижу, ни на карте, нигде. Поднимаемся на орбиту. Что происходит вообще так? Я полетел за бурами, за мной кто там. А, ты на туристе за мной, давай. Так, я, короче, что делаю? До орбиты поднимаемся. Наверное, будет проще по космосу пролететь 13 километров. То есть выйдем на вот в стратосферу, это в космос. Так оно быстрее скорачивается. То, что 13 по атмосфере лететь, еще и на БСе. Я боюсь потерять еще и шмеля. Я лучше лечу над планетой. А, хорошо, я туристов вижу. Вы летите, да?
Так, начнем с чего? Так, мини-бус, значит. Так, так. Посадный. Странно, короче, мы только что были в воздухе, теперь нет у него. Пиздец. Так, маршрут. Так. Я поставил маршрут к бурилке. Вот начну с. О, я ее вижу. Там 13 километров. Ребята, это кошмар какой-то. Я вижу туристы рядом. Черт. Я тоже вижу, вот стоит он в воздухе, зависший. Что происходит? Вот я к нему подлетел. Прикиньте, тут турист есть в воздухе. Вот я тоже на туристе сейчас на данный момент. Точно такой же. А ты можешь его завести? Я сейчас попробую опять на крышу спрыгнуть. Смотри, я прыгаю на крышу и исчезает моя МС-ка, опять вниз падает. Нет, завести не могу. Крыса опять могу ломать. Не, давай я... Еще одного туриста вижу, пиздец. А ты, это я. Прыгай ко мне на крышу тогда. 5.67, стоишь на месте, не ты. Чё за лаг вообще? Крутой лаг. Я вижу туриста точно такого же, как в воздухе. Но я сейчас на туристе. От меня за 5 километров еще один турист. Обалдеть. Чё-то я не понял. Мне пишет, что наши буры 5 километров под землей. Я на месте. Я не знаю. Я лечу на борт бурилки. А ты где? Возле какой? Я возле наших трех бурилок. Вернее, наших. Они все три там? Я уже тут. На них стою, но там 5 километров как бы под землю пишет. Слушай, может нам надо к админу обратиться? Скорее всего. Это лаг сервера, нам, я не знаю, что... Нам что, бурить землю до туда, что ли? Сейчас, может я еще не так пролетел, сейчас гляну. Облечу с другой стороны. Не, ну это вообще что так происходит? Оно, может, маркер поставило под землю. Понял? У меня маркер почему-то в небе. А в небе под землей. Ну ладно, сейчас так, на ощупь будет. Визуально смотреть. Доверять глазам. Блин, может, надо было шмеля там оставить? Да нормально, сейчас все пособираем. Сейчас как меня опять лаганет, и еще и шмеля потеряет. Я пока нормально все, как положено. Лечу на туристе. К спортбу. Короче, к бурилке лечу. Да я тоже к спортбу. А где эта бурилка-то? Я не понял. Вы на землю летите обратно? Или что? Где на базу? А что такое? Марк. Вы также здесь находитесь. На кельте. Что-то маркер прыгает, да? Да, что такое происходит-то? Типа они зависли. Все, я над ними визуально на карте. Но я их не вижу на земле. У меня нет приближения. Куда-то. А, вот, стоп, вижу, в небе висит один. Пиздец. Чей это? А, это опора висит. Это всего лишь опора чья-то. Стыковочная опора. Слушай, вы сами находитесь на кельте или нет? Да! Странно, я вас вообще не вижу. Я на кельте лечу к этому. Курилке. Рамиль, залезь в реестр и включи маршрут к бурилке. И лети к ней. Посмотрим, что будет. Потому что я лечу к бурилке. В надежде на то, что там и все остальное.
По сути, все должно быть рядом. Я же... Они же все были пристыкованы на туристе. Туриста вижу. Это ты уже прилетел в небе? Да, да, да. Это я прилетел. Но у меня почему-то по маркеру 7 километров. Как ты меня можешь видеть? Ну вот я перед тобой. Нет, это не ты. Сейчас я сяду на тебя. Только ты без шмеля почему-то. Это не я. Ага, сейчас я пристыкуюсь. А, ну не стыкуется. Смотри осторожно, лак какой. Да, что будет, если я в него сяду? Упаду? Я думаю, да. Мне кажется, там его и нет. У нас специальный какой-то. Такой пустой лак. Да-да. Бурилка спорт или, да, называется? Да-да-да, бурилка спорт. Причем у нас кабина выбита, получается. Нету здесь стекол. Опора отвалилась. Чья-то. Короче, я лечу на туристе. Целый. 15 километров на него. Лечу. Короче, турист абсолютно целый, Вадик. Я лечу на нем, и у меня припаркована шмель на мне. Осталось 3 километра до билки спорт. И она реально в воздухе. Я попробую ее сейчас это. А, у меня не получится, надо вдвоем. Давайте кто-нибудь, кто первый прилетит, стыкуйтесь на туристе, потому что я зависну. Я буду за рулем. Кому-то надо сесть за бурилку, и она должна упасть прямо на крышу туриста. Хорошо. И она тут же пристыкуется. Ну или кто-то на ней должен катапультироваться на землю. Подберем. Или включить и выключить, но пойдет. Свое я сомневаюсь за 16 километров. Не знаю, короче, корабли падают, а вот ПС-ки я что-то вот с этим не... Было что-то подобное, помню. Но я там подлетел и просто вот так вот, сам сверху. Но тогда еще БС не падал, когда кабину покидаешь. Он висел в воздухе. Бурилка спорт была, да, теперь она исчезает, теперь ты тебя показывает за 15 километров от меня. Блин, я не знаю, я уже... Ты потом заново загрузил игру. Слушай, что происходит? Я не могу приблизить. Спать. Не, ну а как так-то? Бывает, что. Три техники и просрали что-то все. Нет, так и написать их вернуть. Может, они еще у тебя пристыкованы как бы? И чем ты дальше летишь, тем они отдаляются. Я не уверен. Он сейчас передо мной, как-то перед носом, что-то вообще жесть. А теперь прилетит домой, да, последний не может быть там, кстати. О, кто прилетел? Я вот подлетаю. Ну, а нет, не подлетаю еще. Бурику еще. Где сейчас буры? Я пристыкован на тебе. Ну, тебе надо в кресло сесть, я так не полечу. В смысле, а ты не можешь лететь?
Да, полет возможен только в том случае, если все игроки покинули пристыкованные корабли, понял? Ладно, тогда не буду стыковаться. Все равно я не вижу ни мини-пура, ничего. Вон турист, вижу еще один копию туриста. Впереди. Ты видишь его копию, нет? Да я только что от этой копии летал, я не знаю, я... Короче, я полетел в космос и залечу обратно, чё я буду. Мне вообще показывает, что они в космосе. Как бы так, либо где-то рядом. Ну, лечу, поднимаюсь все время. Блин, да чё мне так не везет, а? Кстати, да, может они в космосе остались, как бы на границе. А мы их тогда вообще никак не заберем, только через админ. Мне 2 километра до одной осталось, сейчас проверим. Так, я вылетел с планеты. Все, они с Кельта пропали почему-то. Ты вылетел с планеты, и они пропали с Кельта. Так, интересно, что мне делать-то на такой ситуации? Я что-то не могу собрать. Может, они реально на буре пристыкнули? То есть на туристе? Все, они в космосе, пишет. Стой, не двигайся. Да нету их тут на мне, ну елки-палки, что это? По карте, сейчас я попробую в космосе глянуть. Короче, показано, что он там, я подлетаю, а его там нету. Короче, я полетел от греха подальше на базу. Ты тоже думаю, на базе, скорее всего, даже скорее всего. Мы там, по-моему, все забрали, да? Да. Короче, потом вернемся. Потом, если даже обнулиться, даже будет еще раз что за рейди. Я, короче, полетел на базу и Дай я гляну на тебя. Выйду из игры и перезайду опять. Посмотрю, что будет. Это ты сейчас летишь? Нет. Да, вот. Мы все летим. А, это Краб, мистер Краб. Я вижу вас двоих. МСки же быстрее летают. Можете меня догнать же. У меня вообще какая-то жопа. Этот посадочный не заворачивается, это раз. Во-вторых, еще и два исчезли. Ты вообще раздвоился. Я говорю, по базе они с тобой в космосе сейчас. Что-то происходит. Потом будет разлагают, они появятся. Я тоже так думаю. Надо быстрее прилететь домой и снять хмеля. А знаешь почему? Уже после рестарта. Ты пристыковал шмеля туда, где пристыкован. А, я понял. Они сейчас перемешаются. Быстрее снять шмеля. Сейчас забагуются. Знаешь, как бывает? Я один раз видел. Я видел, короче, БС, перемешанный с МС. Блоки вот. Короче, блоки были, перелепились все. Короче, куча мала.
такие вещи обычно надо пылесосить. Ну, типа программа смешивается, ошибка. Такую фигню я уже видел. А вот такую, как сейчас, первый раз вижу, чтобы все пропало. Визуально на туристе их нету. А я причем каким-то образом телепортировался прямо к... Я же перезагрузился, когда был туристе. Вот. Я же не был там возле вас. А вышел из игры и зашел в игру. И причем я не упал, ногу не сломал, а появился вот... Прям я не знаю, как в цирке. Вкус какой-то. Бля, хер его знает, мы на базу, наверное, не попадем. У меня база в воздухе, потом висит. Я срочно лечу домой на базу. 12 километров. Нормально, сейчас быстро долечу. А ты рядом со мной, получается, да? Ну, чё ты не видишь, где? Тоже не вижу, но мне тоже 12 километров. На карте я тебе вижу, но ты двойной. Ты и там, короче. Может, мне перезагрузить компьютер? Вижу, ты сверху меня. Вижу, ты сзади меня. Сейчас долечу до базы. Рамиль, ты, короче, проконтролируешь, турист стоял возле базы. А я... Я тебе скажу, это не у нас проблема, потому что у меня тоже... Сейчас у меня земля даже не прорисовывается. Не, ну может это у меня проблема? Ну, нет? Весь сервер из-за тебя не может. Я выйду из игры, включу компьютер полностью. Я под землей вообще лечу. И перезагружусь. Давай. Потому что, ну, это... Что-то вообще не... Ну, МС-ка быстрее летает. Так, тем более это ж турист, у меня тут движки-то слабут. Так. Странно это все произошло, а? То ли это на сервере какой-то лаг. На сервере, потому что я говорю, лечу, то я под землей, то я над землей, то хер пойми где. А база у меня показывает, что вообще в воздухе висит. И почему-то чат молчит, никто ничего не пишет. Тишина. Я написал, видно что-нибудь в чате в игре? Да-да-да, вот сейчас вижу. Не, ну я с админом пообщался, тем я не знаю, что это такое. Может, он знает, что это. Сейчас вроде все нормально. Этот прикрепован. Шмель со мной. Четыре километра я на...
Вижу даты сзади на карте. Итак, пока. Вадик, ты на связи? Да, да. Ну а ты-то как там? Я решил докачаться уже тут. А, ну правильно сделал. 50% этих сраных. Докачиваюсь. Оса тут. Так, здесь оса есть. Потом что еще? Маленький танк есть. Ну и все, техники больше нет здесь. Короче, шмель. Теперь ты как одно целое. Я даже оторваться. Придется, наверное, разбирать все нахрен. Да нет, ты слышишь все про. Я не управляю этим. Нет. Моя БСК исчезла, не появляется. Да хера у нас чего сейчас?
Че, летишь, да? Блин, тут патрульный дрон у озера. Ставить свое ядро и забрать себе корабль. Чего сбить? Ура. Ну вот этот патрульный, это АМС-ка считается. Таксида нет?
Вадик, меня слышно? Да, да. Я здесь. Так, Рамиль спать пошел. Ага. Ты на базе? Да, я уже вернулся на базе. Слушай, на туристе техники нету? Нет. Пока не появилось. Может, мне еще перезайти надо и попробовать. Я начинаю понимать, что могло произойти. Что? Правила сервера установки по наличию количества определенных кораблей и судов. На БС? А при чем здесь БС? На сервере. Вот я читаю сейчас. На сервере действует ограничение на максимальное количество и размерный класс построек. Максимальный размер МС, то есть БС, МС и ПС 10, 6 и 6 соответственно. Максимальный размер баз не ограничен. Максимальное количество баз БС, МС и ПС в личном доступе ограничено 4, 2, 4 и 4 единицами соответственно. Вот как это понять? Четыре чего можно иметь? БС или чё? Я что-то не понял. Ну да, четыре. Так, два. Два, четыре и четыре. Это как понять? Так, соответственно. Для фракции показатели удваиваются до восьми. То есть 4, 8 и 8 единиц, соответственно. Так у нас нет превышения по технике. Ну да. Вадик, там еда в холодильнике, в туристе. Выложи, пожалуйста. О, хорошо. Я не помню, выключил я его, нет. Я уже испугался, сделал шмеля личным. Я зайти в игру почему-то не могу. У меня сервер Connect сейчас был. Уже три попытки, сейчас будет четвертая. Что за беда? Я тоже вот захожу, не знаю, что сейчас будет.